хитрый турок Эрдоган потребовал Крым. Да? Причем по теме Крыма этот хитрый турок блистательно передразнивает Россию с тех же абсолютно карт, с которых пошла Россия, извините, восстановление исторической справедливости. Формально абсолютно прав, да? И то, что я всегда говорю, что история – это кладовая взаимной ненависти, из которой всегда можно достать любую старую ненависть, стереть с нее пыль, плесень, отполировать ее языками пропагандонов. Любая старая ненависть будет блестеть, как новенькая, и снова будет вот так работать. Мы видим, как эта старая ненависть с восстановлением территориальной исторической справедливости сейчас ведет себя в Карабахе. Да? Мы видим, какие права убивать, насиловать, отбирать она дает. И поэтому я всегда говорю, что лучше всякую историческую справедливость навсегда, восстановление ее, навсегда забыть и запереть, потому что ничего, кроме крови, ничего, кроме боли, ничего, кроме проблем никогда не будет.